Сегодня ректору Приднестровского университета Степану Берилу 70 лет. Треть своей жизни он руководит главным вузом страны. С юбилеем ректора поздравил президент. Оставили много и продолжаете на этом пути работать, созидать, идти вперед. И самое главное, давая возможность развиваться молодым людям, развиваться ученым, развиваться университету. Поэтому, Степан Иорданович, в этой связи желаю вам здоровья, чтобы вообще хватило на долгие годы. Степан Берил родом из России, из поселка Копыловка в Томской области. Закончил Кишиневский госуниверситет. Работал в Институте прикладной физики. В 1991 году он стал заведовать кафедрой теоретической физики ПГУ, а через 5 лет возглавил университет. В интервью нашему каналу Степан Берил рассказал, решил, что будет ученым еще в 10 лет, когда узнал о полете Гагарина в космос. Мне хотелось узнать о том, что же это за люди такие, которым открываются тайны природы. И с 3-го класса я, конечно, хотел стать научным работником, физиком. Когда я написал сочинение об этом, там было 3-4 строчки буквально, кем я хочу стать. Профессор Берил – доктор физико-математических наук, действительный член Российской академии естественных наук, автор книг и научных работ. Ему принадлежит зарегистрированное научное открытие в области экспериментальной физики.